Всем привет. Пару дней, как я купил себе вот этот комбинезон. Я вам скажу, вообще отличная вещь. Он, можно сказать, вот как сидит на мне. Почему я не показываю? Ребят, в какой-то степени я выгляжу как балерун. Немножко меня это смущает, все-таки мне уже есть какие-то годы. Ну, то есть есть смущение, поэтому вот я решил рассказать так, и я не думаю, что будет какая-то большая разница, одет он на мне или лежит он просто на столе. Значит, походил я в этом комбинезоне, сейчас дома довольно-таки тепло, сейчас у нас уже середина мая, вот как раз-таки сегодня у нас, ну да, середина мая, 17 число. Вот, значит, тепло, ходил по дому, пробовал просто одеть на голое тело. Ну, без первого слоя я имею в виду. Пробовал с первым слоем. Знаете, вот такое ощущение, что, ну, все время, что жарко. Да, жарко, сейчас где-то дома, ну, от 25 и немножко выше. Вот, жарко, но такого, что вот прямо валит пот, нету. Вот, он работает прекрасно, все, отводится влага от организма, то есть горячо, но сухо. Вот. Пробовал немножко походить с вейдерсами, ну прямо не залазя в воду, понятно, что вода будет сильнее охлаждать, но пока что в воду лезть нельзя, пока что испытать я не мог. Только вот мнение о том, как я находился в нем дома. Вам скажу, что очень приятная вещь, значит, снизу, естественно, в ногах они как бы свободноваты, вот этот вот комбинезон, сейчас выберу эти ярлыки, ну ярлыки, если кому-то интересно, вот я уже показывал при анбоксинге на днях. Вот, это Polartec, комбинезон. Сейчас я просто хочу сказать свой отзыв. Ну и давайте, да, немножко тоже я сделаю обзор, чтобы вы, кто не смотрел анбоксинг, хотя бы имели понятие о том, что это такое. Вот, это, значит, комбинезон от компании Cola Salmon. Polartec 200. Вот, комбинезон, который имеет замок-молнию. Вот, комбинезон по высоте примерно как вейдерсы, замок молнию, все замки YKK, раскрывается как сверху, так и снизу, то есть, если нам нужно сходить в туалет, то нам не нужно все это снимать, особенно, когда прохладно дует ветер. На груди два кармана, ну, какие-то документы хранить, что-то. Ремни на плечи, чтобы комбинезон не спадал. Но я вам скажу, даже снимаешь ремни, благодаря вот этой вот резинке, которая есть вокруг, благодаря вот этой вот поясной резинке, которая есть сзади, вот мы видим. Вот, он никуда не падает, особенно если под вейдерсами. Вот одно хочу сказать, вот жалко, что нету возможности снять какие-нибудь карабины, чтобы снять ремни, потому что если бы вот смотрит меня хоть кто-то из представителей компании, было бы, наверное, очень неплохо, чтобы была возможность снять ремни, так как, одевая под вейдерсы, не особо, можно так сказать, удобно, вот, потому что ремни от вейдерсов, плюс ремни от комбинезона, ну, мне, по крайней мере, мешают. Мне кажется, не мне одному будет мешать, не особо я так и привередливый, но, тем не менее. Значит, вот спереди они вот такие вот, сами штанины, без каких-то усилителей, без ничего. Ну, просто вот такие вот приятные штаны. Значит, снизу у них двухслойные подложка вот такая вот. Ну, видно, где шов идет. Вот. На длину примерно ладони. Еще одна ниточка. Это, наверное, нет них. Вот, на теле они сидят очень-очень приятно. С ними идет в комплекте мешочек ХБшный. Просто мешочек такой вот. Вот. Покупал я их в магазине Рыболов Мастер. Значит, очень приятно в них находиться. Я вот начал по температурам горячо, но не жарко. Значит, естественно, где-то вот осенью, может даже зимой в них будет очень даже хорошо, я надеюсь. Но сейчас просто нету смысла их испытывать, потому что, ну, я просто не получу то, что этот комбинезон должен мне дать. Вот, пробовал я его, что с поддевкой, с первым слоем термобелья, что просто так, что с вейдерсами, ну, почти что везде одинаково. Конечно, когда с первым слоем, то немножко, как бы сказать, правильнее и теплее получается в этом комбинезоне. Ну, собственно говоря, если кто-то думал, брать, не брать, то
Можно брать, прекрасно работает, очень приятный, и не жалел я его. Вот, целый день в нем ходил, кстати, сидел на стульях, на диване. Вот вы видите, ничего не потерлось, ничего не полезло, все отлично. Вот. Про вот эти вот подтяжки я уже сказал, что в одном случае, если мы без вейдерсов, очень хорошо, что они есть, в другом случае... Хорошо, хотелось бы, чтобы их можно было бы отстегнуть. Ну, собственно говоря, на этом все. Как буду испытывать, как вот придет осень, зима. Будет что рассказать, то, конечно, расскажу. Но почему-то мне кажется, что в этом будет очень тепло и хорошо. Все, всем спасибо за внимание.